Всем привет! Хочу вам показать сегодня улицу Вернадского. Ну, конечно, не полностью, какую-то часть. Начинается она от вокзала. И дальше идет до моста в сторону Шанхая. Как в простонародье говорят, горбатый мост. То есть, он, получается, данная улица находится... Ну, то есть, вот она. И дальше она идет за девятиэтажкой, там за 12-й школой. Ну, в общем, местные знают. На улице Вернадского. Здесь уже идет частный сектор. Здесь вот трикотажное предприятие «Арман». Я покажу вам детскую площадку. Качество. Раньше, я сама помню, даже советские качели, горки, они, ну, лет, наверное, лет 30-40, вот они держатся. Вот, наверное, больше. А вот то, что сейчас делают, пойдемте, я вам покажу. Здорово, конечно, что у наших детей есть возможность поиграть, что строятся площадки в каждом дворе. Но качество у них, знаете, года так на 3-4 от силы, наверное, даже не 4, года на 3. И они уже начинают вот ломаться. Ну, что ж поделаешь. Возможно, смотря такие ролики, возможно, если чиновники как-то хоть как-то что-то будут решать, хотя, конечно, навряд ли. То есть, видите, оно уже как бы, хотя вот это вот все построили года, не знаю, может, 4 назад. Но это еще такая площадка хорошая, я скажу, потому что дальше есть площадка, там каждый год красят, каждый год ремонтируют, постоянно там горка детская, она постоянно ломается. Качество, конечно, оставляет желать лучшего. Ну а так, конечно, как я уже говорила, здорово, замечательно, что вот, буквально в каждом дворе что-то делается для детей. Это прям радует, что есть детишкам где побегать, поиграть. Вот. Ну, на этом все. Буду заканчивать свое видео. Всем пока-пока. Пишите комментарии. Может быть, кто-то свой район узнал. Ставьте лайки. Либо кто хочет, дизлайки. Всем до свидания.